Интересно, здесь нет смысла, наверное, пихать, просто колем. Ловим такой ривер, ловим чувака на стек. Сюда иди. Здесь как вам ранаут? Зилик просто горе не знает. Сетап играть вообще даром просто. Да есть же оптимизм. Вот, наконец-то мой оптимизм и купился. Просто три банки с десятками в такую доску против свободной позиции. На, снэп-кольчики от шестерок. Чек. Ай, чек. Чек. Овербет. Так и знал, вот так и знал. Если началась вот такая хуйня, то все, это, блядь, пиши пропало. Просто до свидания, день. 4 бэтпот. Да ладно, 100% на ривере, жесть. Я даже не верю в это. Тустан. Я что-то погорячился, наверное. Жесть, годов хедзап отморозился. Ну, 4 бэтпот, я что сделаю? Флип. Ну. Держать вес. Ой, какой хороший ривер. Ой, какой хороший флоп. Просто иди сюда. Даму, даму. Ну, вторую держать. Держать. Да блин, пику, пику! I would say in Russia you probably can make a decent living from 25 no limit. Easily. Пятерки, восьмерки, двойки, 6, 7, 4, 5. Всего этого у него нету, раз он думает. Надеюсь, ему на снайп не пролазит. Да не должна, хедзап рука никогда на снайп не должна пролазить. Десятки. Иди сюда, последняя рука. Вот не зря ББ поставил.